Офигеть, у меня просто нет слов. Это какой-то очень-очень хороший игрок на этом сервере. Всем привет, друзья! Это сервера ХКС, и я капец как сильно по ним соскучился. На самом деле, у меня прям только что вылетела запись, и все, что вам надо знать, это я сам себе бросил небольшой квестик. Набить 100 убийств за эту серию, и когда я это сказал, у меня было всего лишь 110 убийств, теперь их намного больше. Так что мы продолжаем бегать просто как бешеные и стрелять во всякие цели прям Спокойно, спокойно, братишка, спокойно. Мы его убили или нет? Но в любом случае у нас было кровотечение. И вот он, ты стоишь спиной ко мне. Да, мы убили или не мы? Офиг его пойми. Да, мы его убили и сами умираем. Ну, это как всегда. Это же те самые сервера ХКС. Побродили пару секунд по аэропорту. И давайте пойдем на отель. Первый сундук. И смотрите, что я нашел. Самое лучшее оружие. Ну, вернее, самое любимое оружие в этой игре. Просто космический урон. 15 патронов. И давайте заберем. Беремся на этот отель. В принципе, я всегда на него хочу забраться, но мне постоянно что-то мешает. Например, то, что здесь офигеть как много людей. И да, несмотря на мое классное оружие, я скорее всего ничего сделать не смогу и даже не смогу просто посмотреть на эту крышу вблизи. Поднимаемся на самый верхний этаж, и может показаться, что здесь тихо, но это вообще нифига не так. Выше, выше, еще выше, и да, смотрите, мы на крыше, я даже еще не умер, офигеть просто! Прыгаем вниз и... Ой-ой-ой, ребята, это мое самое долгое нахождение. Офигеть, что я нашел сейчас! Гранаты, винтовки, броня. Ой, по-моему, это очень хорошая броня. Надеваем и, господи, господи, чувак, пошел в задницу, пошел. Кровь, кровь, заюзал, все хорошо. Живу, живу, пошел в жопу, пошел в жопу, пошел в жопу. Фух, ребята, пока что живу. Я его вроде бы убил, и офигеть, ребята, как же тут опасно, и мне серьезно, здесь капец, как страшно. А еще я не могу встать из-за этих решеток, потому что, да, они мне мешают, я могу здесь только проползти. Сейчас я, получается, буду с другой стороны, достаем свою винтовку и, фух. Пока что тут спокойно. Вижу кровать, и что она тут делает? Кто я сюда принес вообще? Вы только посмотрите, какой отсюда открывается вид. И я так счастлив, что наконец-то смог сюда забраться. Тут даже есть вертолетная площадка. И возможно в следующий раз я здесь буду на вертолете. А может быть и нет, кто его знает. Классное оружие, классная позиция. И... блин, ребята, мне становится уже немножко скучно. Потому что где враги? Постоянно на этой крыше были люди. И их было очень много. И стоило мне сюда подняться, как тут вообще больше никого нету. Я, конечно, могу пообстреливать людей снизу, но зачем, когда мне надо следить вот за лестницей? А вообще, я соскучился по полетам, да, давненько их не было, я прям у аэропорта, и давайте нарвемся на кого-нибудь. К сожалению, я сегодня один, без напарника, но вы в любую секунду сможете ко мне подключиться, если увидите меня на сервере и успеете как-то дать знак, что вы мирный, что вы со мной до того, как я вас убью. А теперь мы, в принципе, просто берем и зачищаем территорию, и чувак просто спасается бегством, он спрыгнул с этого здания. Плавненько разворачиваемся, и удивительно, я летаю здесь уже целую минуту, и меня еще до сих пор не сбили, это вообще законно? Где другие самолеты, где другие вертолеты? Ой-ой-ой-ой, меня уже спамят. Опять такая же история, дождь, закат, аэропорт большой, и никого нету. А может мне больше повезет на отеле, то просто к этому отелю вообще нереально сегодня подобраться. Там очень много людей, очень много снайперов, которые просто сели на крыше, и там, по-моему, даже есть какая-то пати. 100% видел одного в камуфляже, и, блин, мне кажется, или в меня сзади только что стреляли. Окей, пока что отвлекаться не будем, и, конечно же, он испугался, конечно же, он уже убежал куда-то. Вон он, ты с другой стороны, и, по-моему, на этом вертолете нет ракет, или есть. Ну, это что-то фигня какая-то, не ракеты настоящие. К сожалению, у меня с собой никакого оружия нету, кроме вертолета и... Подожди, кто-то сел ко мне? Почему-то я уверен, что ко мне сел тот парень, которого я только что хотел убить. И как мне теперь его выкинуть отсюда? Проблема в том, что когда-нибудь у меня закончатся патроны и топливо, и мне придется сесть, чтобы перезарядиться и так далее. И вот тогда-то он меня убьет и, скорее всего, угонит мой вертолет. Я этого не хочу, и мне кажется... Нет, вот тот парень, который меня хотел убить. Ну, точнее, я его хотел убить, но сейчас не об этом. Слушайте,
Хотя этот парниша играет очень даже хорошо, и вот наконец-таки я нашел себе напарника. Но я даже не знаю, как его зовут, и смотрите, один и тот же парень, который просто не вылазит с крыш, он никому не дает туда пробраться. И даже я на вертолете тоже не могу его отсюда выбить, офигеть, чувак походу очень хорошо играет, ну или много донатит. Вот этот парниша, и теперь-то ты никуда не улетишь, чё-то перезарядка, у меня нет патронов, взлетай, взлетай отсюда, офигеть, у меня просто нет слов, это какой-то очень-очень хороший игрок на этом сервере. Решил опять переместиться на большой аэропорт, и вот тот парень минут уже 5 меня выслеживает, и я хочу его тоже сейчас выследить. Я косой, я знаю, ребята, давай, высунься, давай, сейчас. Ну! Давай, давай, давай. Да это так нереально в тебя попасть. Давайте я к нему подойду. Вообще, на самом деле, минут назад я написал всем в общий чат, чтобы шли на большой аэропорт, но сейчас здесь до сих пор никого нету. А вообще, вы еще не забыли про квест, который я сам себе кинул, набить 100 убийств, и мне осталось всего лишь, по-моему, 60 или что-то около этого. Но я типа бегаю, ищу врагов, иногда их даже убиваю. Ничего себе. И опачки, взрывы нам туда. Так, 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 и от кого же были эти взрывы? Опять на горизонте никого не видно. Подкрадываемся поближе, залазим на заборчик и пусто, пусто, да господи, где все-то? Сундуки только что были облутаны, и значит, этот чувак где-то поблизости, но, тут вообще никого нету. Вау, ничего себе, из обычного сундука мне вот что выпадает, М4А1. Парниша бегает, катается пузом по земле. Земле ему норм, он надевает броню и отсюда, я знал, что это сейчас произойдет, я прям предчувствовал это. Он просто усыпил мою бдительность тем, что просто так беззаботно бегал и катался по траве. И тут раз, у него был кейс с лутом, ну, я не успел просто среагировать. У меня уже практически 200 убийств и остается еще 10 до завершения нашего квеста, и я их решил набить на шахте. По-моему, в этой серии мы еще здесь не были, и знаете, чтобы привлечь сюда немножко народа, давайте напишем в чат что-то типа «Гоу, все на шахты». Думаю, такого сообщения будет достаточно, и реакция себя не заставит ждать. Вот уже первый человек соглашается, и ага, летят телепорты. А вообще у меня ничего с собой нету, так что давайте пропишем хотя бы PvP-кит или кит PvP, не помню как правильно. Вот так-то лучше, мне кажется, сейчас здесь будет очень и очень много народа, причем они будут с классными пушками, я точно здесь не набью 10 киллов. А кто это у нас спрятался? И да, не бывает, конечно, оружия, которое будет убивать буквально с одного удара, но нет, о, я убил его. Остается, как я понимаю, всего лишь 10 или даже меньше убийств. Вау, я что, научился стрелять с винтовок? Возможно, мне просто кажется, попробуем пострелять вот по ним и офигеть, серьезно, что ли, я попадаю? Я не просто попадаю, а даже еще умудряюсь их убивать. Офигеть. Последнее убийство я хотел сделать прямо в шахте, но тут что-то на замечается интересненькое, чувак, который на удивление умеет играть, но и не сразу меня убил. Он находится прямо сейчас вот здесь, вот и здравствуй, чувак, наконец-то я сделал нормальный, достойный килл. Пусть только один, но мы уже положили начало и... Ну, ладно, вы этого не видели. Вроде как, остается всего лишь 2 убийства, и можно считать, что мы свой квест выполнили. Это сейчас была очень дерзкая попытка убийства в спину. И наконец-то мы последние 2 килла прибежали прям сами ко мне, и все, 210 убийств, и по-моему, если я не ошибаюсь, я и сделал то, что хотел. На этом мы и будем заканчивать. Ребят, если у вас есть какие-то ачивки для меня, то не стесняйтесь и оставляйте их в комментариях. А самую годную ачивку я постараюсь выполнить прямо в следующем ролике, и возможно даже именно с тем человеком, который напишет эту ачивку. А мне остается только пожелать вам удачи и до новых встреч на этом сервере, а также на моем канале. Всем пока! Ракет тебя. Остается всего лишь 12 ракет, и мы немножко погибаем. Надеюсь, все понимают, что так быстро я сдаваться не собираюсь. Возвращаемся сюда же и видим небольшой истребитель, нифига себе. Вот против истребителя, знаете, вообще не вариант. Он как бы намного подвижнее, чем вертолет и... Ну, тихо. Давайте без резких движений. Посмотрим, возможно, на истребителе мне повезет немножко больше. Вот я уже в аэропорту и еще никого не вижу. Если я хотя бы краем глаза увижу своего противника, думаю, это уже большущий успех. Нифига себе, сколько здесь народа. Летаем, нарезаем круги и вижу сразу 2 противника. Первое это...
и вертолет. Второй — это истребитель. Наводится ракетами. На этот раз я не забываю про то, что у меня есть... забыл, как называть. Ну, вот эти фигни слева. Я серьезно забыл?